Друзья, всем большой привет! Я даже не посмотрела в зеркало, а сразу тут уселась на диван и стала снимать. Сейчас я еще свет включу. Короче, целых 2 месяца, наверное, не снимала вот такие вот видео, типа влоги. Я решила, потому что не снимать такие видео на свой канал 2 месяца назад. И даже по какой причине? Да потому что набирается просмотров 100-200, максимум 500, если заинтересует кого-то тема, о которой я рассказываю в видео. Это такие просмотры, ради которых мне жалко того часа, что я сижу после того, как уснут дети, и целый час сижу, как бы там часов до 11, до 12, что-то пытаюсь смонтировать, потому что нужно вырезать кусочки отсюда, и еще не нравится, еще что-то, компьютер как бы не суперскоростной, поэтому это все долго получается. Я решила не делать этого. Но прошло 2 месяца. Я даже помню, тогда я сняла видео о том, что какие видео будут теперь на моем канале, о чем они будут, почему не будет влогов. Я сняла видео, объяснила все это в нем. И, конечно же, не сделала это видео, не смонтировала и не опубликовала его. И вот, сейчас прошло 2 месяца. И я сижу и понимаю, что как-то мне хочется снимать видео-то. Хочется снимать видео о нашей жизни все-таки, а может быть даже 3 месяца, потому что, мне кажется, я Рому давным-давно вам не показывала. Прошло вообще это время, и я понимаю, что я хочу все-таки видео-то снимать, и мне было бы это интересно и для себя, понимаете, это интересно для себя потом пересмотреть, рассказать что-то вам, что-то полезное, бесполезное, кому-то, может быть, будет интересно увидеть, смотреть на нас. С кем-то пообщаться мне было бы интересно. Интересно найти, может быть, каких-то даже по интернету друзей, не знаю, подруг. Потому что реально у меня нету друзей. Нету друзей у меня вообще никаких. Мне не с кем общаться, мне не с кем вот это все рассказывать. И, видимо, вот время прошло, и у меня это опять все накопилось, и мне хочется снимать видео. Мама, Рому забери. Сейчас, Тёмочка, я приду забрать Рому. Только немножко попозже, минут через 5. Но... каждый день я все равно понимаю, с другой стороны, что я в том видео говорила, что я каждый день не могу это делать, не могу снимать и не могу тут же монтировать. Хотя надо, по идее, так, чтобы на следующий день уже выкладывать. Поэтому, может быть, у меня будет корявенько, косенько, не каждый день. Может быть, будут маленькие видео. Ну, короче, я хочу все равно это делать. Я хочу снимать и влоги, и хочу снимать какие-то тематические видео, которые мне будут интересны. Которые будут интересны, я надеюсь, что вам. В общем, я, наверное, буду опять снимать видео. Простите меня, пожалуйста, что я никак не могу решиться, надо мне это или нет. Просто я думаю, что у каждого блогера, наверное, наступает такой момент. Ну, блогеры, это сильно сказано про меня. Наступает такой момент, когда надоело все. Не хочу, не могу, не буду. И до свидания. А потом опять все то же самое. Вся жизнь идет по кругу, можно так сказать. И вот опять я снова пришла к тому, что я хочу все-таки снимать какие-то видео и, может быть, что-то вам рассказывать. Так что вот, надеюсь, что вы будете меня смотреть, и, в общем, начнем. Знаете еще, из-за чего сложно снимать влоги ежедневные? Из-за чего не ежедневные, в общем, сложно снимать влоги и какие-то такие видео. Вот у меня сейчас там, допустим, они, дети орут на фоне. Сложно? Сложно. Особенно, когда маленький ребенок. Он будет кричать, и вам будут писать, что у вас ребенок орет, вы чем там занимаетесь? Кричит ребенок, вам будут писать, а что вы, блин, занимаетесь ерундой, видео снимаете, у вас ребенок кричит. Так он может у меня целый день кричить, во-первых. Но сейчас уже, конечно, не так, сейчас уже он иногда сидит и играет сам даже. А, во-вторых, где-то что-то не так лежит, где-то что-то не прибрано, что-то где-то брошено, не хочется, чтобы это было в кадре, приходится убирать. Но я, наверное, не всегда это буду делать. Бардак постоянно, игрушки везде. Пыль, грязь, песок сейчас вот весна, это вообще реально бывает везде. Посуда на кухне, которая еще не помыта, не разложена. Плита у меня часто бывает грязная, я вообще не люблю мыть плиту. Поэтому я практически, вот сейчас у меня сегодня должна приехать свекровь, а у меня плита грязнущая, я ее не помыла до сих пор, надо, кстати, помыть. Не знаю, почему вот у меня бзик, я могу помыть шкафчики, там все вокруг плиты, но вот плиту мыть я не люблю. Не знаю, почему, мне нужны эти... На Алиэкспресс, муж сказал, есть такие силиконовые накладки на плиту. Я их буду снимать и мыть в посудомойке. Вообще классно. Мне кажется, я даже посуду люблю больше мыть руками, чем плиту. Бесит она меня. Куда? На балкон нельзя, конечно же. Он же не в куртке.
Нельзя, я подожди, видео сейчас досниму. В общем, влогом я решила быть. И хочу тех, кто хочет смотреть мои влоги. А я надеюсь, что таких людей появится в скором времени очень много. Они знают, откуда это появится. Ну, должно же произойти чудо. Хочу, чтобы вы немножко были активны, поставили лайк этому видео, написали какой-нибудь комментарий, что именно хотели бы вы увидеть в моей жизни, узнать из моей жизни. И что еще? Все, наверное. Оставайтесь на моем канале. Всем пока, скоро увидимся.